И всем привет, ребята, с вами Инди, и сегодня у нас Coop Escape, по-моему, парадокс. Ну да. Немного тише сделаем. Все. Тут две главы. Круто. Где? Ну, ты... А здесь... был ли здесь я раньше? Там немного наоборот, но пофиг. Она здесь? Она мне кого-то напоминает. Ага. Нажмите на стрелку вниз, чтобы вернуться. Но это окей. Мы знаем. Мы уже проходили Самсарару. А это, в принципе, то же самое. Мне немного холодно. Птиц, открой. Птица. Тебя никак не выпустить? Ладно. Бескорыстная птица. Телек. Ага. Нам нужен проводок. Это что? Ладно, мы это поймем. Потом, по-моему, поймем. Нравится, что здесь каждый предмет можно нажать. Каждый прям. Каждый протыкать. Это круто. Шкаф. Низ шкафа. Заперт. Все заперто. Нужен ключ. Бестолку. Здесь. Проведите. Че это? Ага, ага. Это вниз. Вниз. Это сюда. О, прошел. Аллилуйя. Угу. Понравилось, конечно. Долго решал. Ключ и... Я не найду. Обрывок фотографии. Это открывается? Нет. Не открывается. О! Эй! Я вижу, во, обрывок фотографии. Музыка, конечно, напрягает, но... Не так, чтобы сильно. Ага, сигарета. Один и второй. Да вы издеваетесь, вы у нас пасла на каждом шагу будут. Ну тут ясно, надо вот сюда поставить. Да! А здесь что? Заперто. Здесь заперто. Стоп. Расти лайк, это. Мы помогаем сбалансировать субстанции ваших прошлых жизней. После прохождения нашей программы для ментального здоровья вы почувствуете... Перерождение, чё? Не синий флакон. Ну ладно, нам некому звонить, мы одни в этом мире. Мы никому не нужны. Может, с картины что-то надо сделать? Не картина, а смущает немного. Ладно, пальто взял. Это что? Блин, я не на то нажал. Это всеми любимые часики. Те, кто не смотрел Самсарару, те не поймут. А те, кто смотрели, те поймут. Нам нужна отвертка, наверное. Хотя, стоп, мы можем включить? Да, мы можем. Ключ. Да, откройся.
Ладно, ключ не подходит. Блин, я ударился. Вот что это? Что это? Что это? Это кассета. Опа. А, сюда кассету вставить надо. О! Деревянный куб. Опа. Карандаш. Ножницы. Зачем нам ножницы? Стоп. Я проснулся в этой комнате. Где она? Стоп. Боже. Я чувствовал себя другим, менее реальным. Где она? Понял. Точнее, ничего не понял, но... захватывающе. А где-то, наверное, буду такие летсплеи по 15 минут делать. О, обрывок фотографии, еще один. А, мы свет включали, я понял только. А это... зачем нам деревянный куб? Поясните. И зачем нам карандаш, если мы не Джон Уик? Птица, помоги. Ладно. Это... фига себе красиво. Не, все, это Джон Уик. Это Джон Уик. О! И чё? Как полезно. А, зажечь надо. А чем? А ничем. Ладно. Мне кажется, ли это немного труднее, чем прошлое. Стоп, пальто. Зачем нам пальто? Может, пальто надо одеть вот здесь? Надо зажечь сигарету. А чем? Опа. Опа. А обрывок фотографий, походу, это у нас все. Вот, нет, не здесь. Вот, все, здесь фотография. Собираем. Я надеюсь, что кому-то кроме меня интересно это смотреть. Если да, то это круто. Вон, вот она. Еще один обрывок. Вот здесь. Собрали. The Woman. Да ладно, вот это да. А, The Woman прописать надо. Я второй раз по микрофону ударил. Надеюсь, вам не так ушам больно было. Это диванчик. Красивый, красный, романтичный такой диванчик за Woman. И а тут клавиши. Ну да. Пробел? Да, пробел. И чё? Ага. Раскрасьте. О, вот просто сюжетка. Вы серьезно? Я по-вашему художник? Вот. Раскрасил. Ну, дайте хотя бы приблизьте, плиз. Может, это? Ну, я ж не умею рисовать. Вот кто вас... ладно. Я художник, пацаны, я просто художник. А. Да я не умею рисовать, все, отстаньте от меня. Ну да, отличная, отличная была, просто разрисовочка, да? Круто рисую, пацаны. Лицо, волосы вот так вот, ших-ших-ших. Вот здесь волосы, ших-ших-ших. И вот здесь вот тело. И вот здесь палка. Вам что, не понравился мой рисунок? Ну, все ясно. Ну, здесь ясно.
А. Я не это сделать хотел, пацаны. Ключ. Я знаю, что будет, если я нарисую ключ. Опа. Так и знал. А это золотой ключ. А золотой ключ нам нужен для дверки. Во, кто это? Кто это? Это Самсара Ром, по-моему, челик был. Ну да, это и Самсара Ром челик. Что можно с вами прыгнуть? Ну да, я все понимаю, просто я... Игра меня понимает даже. Куб! Только дошло. Нет. Не дошло. Может... А, ну да, я сломался. Еще 3 минуты, я заканчивать-то хочу. Я немного устал немножко. Вот, открывай. Опа. Сфоткай. Да засунь. Бумажка нужна, наверное. Да. 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 Опа, что это такое? Не понял. И как я пойму, что это? Ладно, это уже скоро мы поймем. Опа, что это? Книжка. Вот это очень нам пригодится. Очень прям. Что нам надо сделать? Первое, кассету вставить куда-то. Где у нас кассета? А я не помню, где у нас кассета. Здесь кассета. Вот здесь. Открой. Запихни. Закрой. А, закрой. Нажмись. Мистер Вандемер. Расскажите мне о своем сне. Я смотрел телевизор. Там был я на экране. Я выглядел другим, более реальным. И тогда я сказал: Тявит, явит, бявит, мягкий знак, блин. Я говорил задом наперед. Мы не знаем. Ты просто этот. Шизоид, все. Ты так взывать Дор был немного таким своими паранойями, блин. Ладно, ладно. Что нам еще нужно? Сейчас мы вставляем эту штуку куда надо. Вот сюда, во. Сюда, сюда. Опа. Фоткой. Почему меня не фоткаете? С фоткой. Я не знаю, как эта дичь работает. Ладно. Я, наверное, на этом буду прощаться. Всем удачи. Всем пока. С вами был Нинди и Куб Escape Paradox. Я буду продолжать эту игру, даже если она никому не зайдет, потому что она зашла мне. Ладно, пока-пока.